Мастер-классы, интерактивные игры, выступления декана факультета, экскурсия по учебному корпусу. Посетить все это будущие студенты могли в рамках проведения Дня открытых дверей на факультете экономики и управления. Это лучший факультет на сегодняшний день. У этого факультета большое будущее. У студентов нашего факультета есть огромные возможности в плане дальнейшего трудоустройства. Они смогут обеспечить себе дальнейшую жизнь и обучение на нашем факультете. Это будут лучшие годы в их жизни. Это самая веселая, самая безбашенная жизнь, которая будет у них. Гостями мероприятия стали представители центра тестирования, которые ответили на многочисленные вопросы абитуриентов о предстоящих вступительных испытаниях. Кто-то пришел сюда, чтобы развеять последние сомнения касательно выбора будущей профессии, а кто-то, чтобы весело провести время в компании одного из самых дружных факультетов. Желтый, белый, красный, ФЭУ самый классный! Сами студенты рассказали абитуриентам о своей учебе на факультете и доказали, почему стоит выбрать именно факультет экономики и управления. Почему в свое время вы выбрали именно ФЭУ? Ну, я когда была еще маленькой школьницей, то мне всегда очень нравилась математика, очень любила смотреть с папой новости, понимать какие-то экономические процессы, мне всегда очень хотелось. Поэтому, когда я закончила 11 класс, сразу, не думая ни о чем, пошла именно на факультет экономики и управления. А какие плюсы имеет обучение именно на этом факультете? Ну, плюсов, мне кажется, просто такое огромное количество. Здесь это просто не факультет, это просто целая жизнь, это семья, это друзья, это лучшие годы. Я даже не понимаю, как я могу это закончить и куда я пойду дальше. Мне так страшно кажется. У абитуриентов и их родителей была возможность пообщаться со студентами, преподавателями и руководством факультета, побольше узнать о преимуществах экономического образования, ведь на сегодняшний день специалисты в этой области очень востребованы на каждом предприятии. Подробнее о факультете рассказал его декан, доктор экономических наук, профессор Владимир Сергеевич Фатеев. Я сегодня нашим абитуриентам будущим говорил, что покажите мне предприятие, где нету экономиста либо бухгалтера. И такого предприятия вы мне не покажете в республике. Ни одного нету такого. Даже если это индивидуальное предприятие из одного человека состоит, он все равно выполняет функции экономиста и бухгалтера. Да? Поэтому вот экономические специальности и управленческие – это самое массовое, пожалуй. Ну, нашими конкурентами могут быть еще, пожалуй, юристы. Вот юристов тоже много работает во всех отраслях, на всех предприятиях. Вот в этом преимущество наше. Мы самое массовое. Нам нужен умный студент, усидчивый студент и очень веселый студент. Всесторонний студент, который любит всем заниматься. Потому что мы не только даем хорошую профессиональную подготовку, мы все-таки готовим широко эрудированных, интеллигентных людей. То есть нам нужен пытливый студент. Вот мы всех их ждем, ожидаем и готовы принять в нашу большую семью факультета экономики. Желтый, белый, красный, ФЭУ самый классный. На протяжении всего мероприятия абитуриенты все больше узнавали о международных программах, веселой студенческой жизни и, что немаловажно, о перспективах трудоустройства. Факультет экономики и управления, факультет энергичных и умных. Здесь огромное количество профессионалов, очень интересные лекции, предметы. Но если человек хочет открыть свой бизнес, я вообще советую выбирать специальность коммерческую деятельность. Ну и другие специальности тоже радуют очень хорошими предметами и высокой квалифицированной подготовкой. Анастасия Козел, Евгений Русилевич, новости ГРГУ.